Показатель младенческой смертности в Дагестане снизился почти на 37%. Эти данные озвучили на совещании под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. Глава Кабмина подчеркнул, показатели рождаемости детской и младенческой летальности требуют особого контроля. Учитывая, что в целом наблюдается тенденция к снижению детской, в том числе младенческой смертности, все усилия медицинских организаций должны быть направлены на предупреждение тяжелого течения болезни у детей и недопущение летальных исходов. За каждую достигнутую долю процента стоят сохраненные маленькие жизни. Исполнение мероприятий в этом направлении руководители медицинской организации должны взять под жесткий контроль. Как отметили на совещании, ситуация изменилась в лучшую сторону, в том числе благодаря ранней выявляемости заболеваний у детей, а также за счет повышения уровня квалификации врачей и медперсонала, работающих в соответствующих медицинских учреждениях. Предусмотрено решение вопроса акушерской гинекологической службы, в частности, своевременное выявление хромосомных аномалий, пороков развития. Активное внимание уделяется антинатальной охране плода. Большое внимание уделяем подготовке специалистов не просто теоретических, но и в симуляционных центрах, практическим навыкам. На совещании обсудили вопросы подготовки строительства новых детских больниц для Махачкалы, Хасавюрта и Хасавюртовского района. Правительство Дагестана также планирует заложить в бюджет 2024 года средства на дооснащение роддомов и перинатальных центров.